настала зима у нас в Тверской губернии. В ноябре уже лед стал, все уже давно ловят. Еще не было никак времени вырваться. Ну вот, друзья, сегодня мы с вами выбрались, расставили жерлички, приехали на Волгу, на заливчик. По-моему, опять сработало прибежье. Сработало. Лазок улетает, там даже не видно. Только что там поймал, когда приехал, даже не успел камеру надеть. Точно, мотает, друзья, мотает. Мотает. Было 4 поклевки до этого. 3 я уже поймал, 1 сошла. Одновременно сразу 4 штуки сработали. Даже про камеру забыл. Есть, друзья, что-то есть. Вот такой шнурок, друзья. Такой шнурочек клюнул. Что, друзья, шнурочки мы отпустили. Вот первые были 3 поклевочки. Она такая за килограммчик. Две поменьше. И 1 сошла у меня здесь. Первый раз такое видел, чтобы 4 жерлица сразу одновременно сработали. И про камеру забыл, ничего не включил, сразу забегал здесь. Бывает же такое. Пробовал на балансер, на мормышку, пока тишина. Ну, подождем, что, подождем. Вот, друзья, у нас очередная сработочка. Ложок поднял, но не мотает пока. Пока не мотает. Мелочь какая. Погода, конечно, жесть, ветрище такой, снег. Но не зря поехал. Не хочет. Не хочет мотать. Точно мелочевка, как она была. Дернули, наверное, и все. Шнурок какой-нибудь. Посмотрим, что там. Да, походу просто шнурочек был. Здесь глубина еще небольшая, сантиметров 30-40, наверное. Воды нет. Воды мало. Ну что, будем ждать. Не хочет мотать.
Дошла. Дошла, друзья. Дошла. Большая. Что, надо зажать? Розгов. Взял и стоит, не мотает. У меня же еще и жерца не особо много взял. Жерца не хватит. На удочку ничего не клюет. Значит, надо дольше ждать. Подольше ждать, значит, надо. Друзья, сработочка у нас опять. Дернет и не крутит. Сейчас на балансирчик пошла небольшая. Тоже поклевочка была. Подождем, в прошлый раз подняла и держала, не крутила, асфальтосить. Ушла вместе с жерцом. Подождем. Ну, это небольшая. Хорошая щука сразу хватает, крутится. Это мелочь. Вот, друзья, подъемчик. Мотает. Есть, друзья. Есть щучка. Вот она родная. Плохая щучка. У него потом даже маленькая пластичка. Ой, друзья, вот еще одна рыбка попалась. Вот схоже, друзья.
Состоялось несколько штучек, я уже поймал. Сезон открыл новый. Друзья, сорвалась, друзья. Хорошая поклевочка была. Сразу подходишь, тут же поклевка. Утром на балансир не брала, а сейчас активизировалась.
Что-то есть здесь. Сот, конечно, крупных нету. Но говорят, позавчера здесь были по двушечке за двушечку. Сегодня помельче. А сегодня погода другая совсем. Ветер сильный, и метет, и ветер. Ну, с рыбалки, как всегда, мне везет. Когда погода хорошая была, я вырваться не мог. Как погода испортилась, и время появилось. Ну, ладно, посидим. Пару-тройку часиков посмотрим, что с этого выйдет. Что, друзья, время у нас начало второго. Клев что-то перестал. До 12 хорошо клевало и на желец, и на балансир. А сейчас что-то все притихло. И ветра нету, ветер кончился, и снега. Наверное, полчаса, наверное, минут 40 назад поймал еще одну. Камера села, снимаю с телефона. Утром такая холодища была, ветер. Все позамерзало. Еще до двух посидим, посмотрим, что будет. Только, друзья, проговорил, вот сработочка. Сработочка, щучка наша попалась. Плохая щучка. Ну, друзья, какой окунь попался на жилицу. Окунище. Ударчик такой был хороший, щучка тоже сошла. Рыбка есть и клюет. Друзья, получился такой ловчик. Такие неплохие щучки. Открытие удалось, друзья. Ловили об души. Ну что, друзья, кому понравился канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.